Жила-была маленькая девочка. Прекрасная девочка. Ее все любили. И мама, и папа, Натан и Сеси, и деда Леня, и баба Ира, деда Алик, Лена, Боба, Вика и, конечно же, Леопольд. Эта прекрасная маленькая девочка мечтала стать принцессой. В свой день рождения она и все ее друзья попали в волшебное место. И вот там-то и сбылись все ее желания.